Всем привет, с вами Александр Котин. Это традиционный обзор для канала Markets, для рубрики «Открытый микрофон». Раз в две недели по средам я делаю такие вот обзоры. И, кстати, если у вас появляются какие-то вопросы, вы можете написать их в комментариях. Под прошлым роликом вопросов нет, поэтому я буду делать обзор по всем тем инструментам, которые мы с вами обычно смотрим. Ну и для начала я хочу рассказать о том, что вы можете записаться на мою бесплатную консультацию, и даже мы можем с вами поработать в качестве, как я коуч, а вы мой студент, в пробном бесплатном занятии, если вдруг вам будет интересно дальнейшее сотрудничество со мной в качестве моего студента и в моем персональном коучинге. Если вам это будет интересно, пожалуйста, ссылка в описании. Вы можете записаться на бесплатную консультацию. Я задам вам несколько вопросов и дальше уже обсудим план ваших дальнейших действий, то есть что бы вам хотелось, какие бы хотели получить результаты. Также проанализирую вашу текущую ситуацию, которая складывается с трейдингом. И дам какие-то рекомендации, с чего начать, выстроим план действий, соответственно, по которому вы сможете дальше двигаться с моей помощью, либо самостоятельно, если вы примете такое решение. Ну и, соответственно, после бесплатной консультации мы можем с вами договориться о пробном бесплатном занятии, где мы с вами рассмотрим какие-то инструменты, я расскажу о каких-то нюансах, если вы в дальнейшем захотите со мной работать, расскажу, на каких условиях это может происходить. И обычно мой персональный коучинг рассчитан на один год, потому что год – это как раз-таки то время, за которое, я считаю, человека можно при наставничестве, вот таком вот, при плотном взаимодействии со мной, можно научить трейдингу, и вы сможете попробовать данные методы торговли в разных рыночных ситуациях на протяжении года. А теперь давайте перейдем к валютным парам. Итак, что я вижу на евро-долларе? У меня здесь складывается впечатление, что закончена импульсная волна вверх. Мы сейчас ее корректируем. Что это за импульсная волна, будет видно потом, как говорится, покажет время. Я считаю, что вполне возможно, что эта импульсная волна может скорректироваться примерно в район предыдущей какой-то коррекции. Поэтому то, что мы сейчас здесь видим, это какой-то первый импульс вниз прошел, идет его коррекция, это хорошо видно на 4 часах, и я думаю, что евро-доллар может дальше продолжить снижение в рамках уже, предположим, какой-то третьей волны. Здесь уже, вероятно, первая в каком-то новом движении. А уж третьей волны чего там, волны А, либо еще чего-то, это будет видно потом. Сейчас я бы рассматривал только точки входа на продажу, но сигналов в данный момент пока нет, поэтому надо подождать. Не всегда, когда мы открываем график, у нас есть точки входа. Чаще всего и большую часть времени мы просто дожидаемся этих точек входа. По фунту мы видим на 4 часах дивергентный бар, но здесь вот этот импульс не очень эстетично выглядит, да? Если мы его возьмем в 12 часах, то особенно последнее движение, то есть если это первая, вторая, третья, четвертая, пятая волна здесь удлиняется, и она с удлинением. Поэтому против тренда вот с этого бара, вот этот сигнальный бар на продажу, здесь, конечно же, есть так называемая ангуляция, то есть удаление от линии баланса, я бы заходить не стал, потому что, ну, лично мой подход, который я применяю, который я исповедую, к которому я пришел через какой-то опыт, да, через достаточно серьезный опыт, я бы не стал против тренда заходить, потому что возможно дальнейшее удлинение по тренду. То есть по фунту я бы рассматривал продажи только после того, как здесь будет какая-то первая волна, которая будет пересекать линии баланса, ну, то бишь аллигатора, на дневном графике. И только после этого я бы стал с коррекцией там рассматривать продажи. В покупке здесь тоже идти некомфортно лично мне. Поэтому я бы не стал с фунтом ничего делать. Вот такие мои соображения по данной валютной паре. Что касается франка, не исключено, что здесь формируется коррекция. Возможно, при наличии дивергентного бара на недельном графике мы можем корректировать уже
первая, вторая, третью волну здесь, то есть вот этот импульс примерно в зону предыдущей коррекции. Возможно, это первая в волне А, возможно, это незавершившаяся коррекция даже вот этой последней волны, потому что если 4, если день, точнее, открыть, здесь это выглядит как только завершение третьей волны, возможно, внутри пятой волны. Поэтому по франку я бы рассматривал внутридневную картину и рассматривал бы только внутридневные сделки по причине того, что какие-то более среднесрочные сделки здесь будут, наверное, не особо приемлемы. На часовом графике я вижу вот здесь импульсную волну, ее хорошо видно. Дальше она корректируется достаточно сложной такой коррекцией, по всей вероятности это волна ABC внутри волны B, если это A, это все большая B. Вот здесь вот был зацеп минимума волны A, волны C. Были дивергенции, хорошо видно волну C и видно вот уже вот этот импульс первый. Поэтому здесь у меня нарисована стрелка и отмечен дивергентный бар. Но так как я в этом месяце уже сделал 15% с половиной, да, я уже торговать не буду до 1 февраля, то есть до следующей недели. Ну и на фондовом рынке там примерно где-то 5,5% за январь. Вот. Об этих результатах я обязательно расскажу на своем канале, когда закроется январь, и где-то на следующей неделе я сделаю ролик, расскажу про свои результаты торговли обязательно. Обычно я это и делаю там со статистикой, с кривыми доходностями там, и так далее. Вот мои соображения по франку. То есть я думаю, что здесь возможен дальнейший рост и обновление максимумов, которые были достигнуты, ну, где-то примерно там в середине января. Иена. Иену я обычно не торгую, потому что в последнее время она достаточно сложная, но ее хорошо видно на недельном таймфрейме. Особенно вот этот фрактал 1, 2, 3. И вот здесь вот есть бар, которым как раз-таки вот эта третья волна всего этого импульса, она и закончилась. И отсюда, я думаю, развитие коррекции идет. Коррекции, то бишь А, Б, и вот развитие волны С. Мы можем даже вот куда-то сюда прийти, в зону предыдущей коррекционной волны. И внутридневная картина по иене, в принципе, она интересная, но так как я решил до конца этого месяца не торговать, я не буду здесь никуда заходить. Тут, на мой взгляд, была волна B of B, ну, то есть это волна B внутри волны B, вот этой A, B, C. То есть это волна A, это волна B, это первая, скорее всего, вторая волна в волне C. И я думаю, что как минимум мы можем обновить вот этот максимум. И возможно дальше еще продолжить движение вверх в рамках коррекции. На мой взгляд, коррекция это явно не закончена. Австралийский доллар. Тут надо оценить дневной график по причине того, что тут восходящий тренд. И этот восходящий тренд, он еще не закончился, на мой взгляд. Если мы посмотрим на дневку, то здесь цена идет к линии баланса. Это говорит о том, что у нас коррекционная волна. И в данном случае то, что мы видим на 4 часах, не исключено, что это могла быть сложная коррекция, либо в виде треугольника, либо в виде просто какой-то сложной структуры. Вот здесь был дивергентный бар на покупку. Тут, скорее всего, первая волна в новом движении. А может быть и продолжение всей этой коррекционной волны может здесь случиться. Но, однако, я обычно это проверяю следующим образом. Я захожу на 15-минутный график. Здесь по фракталам, в принципе, 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо видно пятиволновку. Сейчас она корректируется. Я считаю, что это пока что волна А. И вот как только этот импульс будет должным образом скорректирован, ну и когда там будет чистый читаемый паттерн, от которого можно брать сигналы, вот только тогда я бы стал здесь эти сигналы на покупку использовать. Ну потому что, как вы помните, я захожу из дивергентных паров и, соответственно, вот такие вот бары я беру. То есть по минимуму бара у меня продажа, по максимуму бара стоп. То есть сделка четко привязана к сигнальному бару. Именно это мне и нравится в этом подходе. И на фондовом рынке, на дневных графиках я тоже это использую. Вот. У меня есть отдельный счет, где я торгую исключительно на дневных графиках. И в этом году. И у меня цели по этому году выйти на 100% годовых.
Не знаю, получится или нет, это, естественно, все будет зависеть не только от меня, но и от рынка в том числе. Поэтому где-то я иду на риски ради того, чтобы получить профит. И вообще, когда мы говорим о трейдинге, то многие мне задают такой вопрос, что я хочу быть уверенным в своей торговле. Но что есть уверенность? Уверенность – это отсутствие риска. Отсутствие риска – это отсутствие прибыли. Ну вот, если вам такая философия близка, не знаю, что вы об этом думаете, напишите в комментариях. Просто в обычной своей жизни, наверное, вы привыкли, ну или многие из нас, давайте так говорить, привыкли к тому, чтобы быть в чем-то уверенным. Да, конечно, если вы, скажем так, работаете по найму и ходите на работу, получаете зарплату, то, наверное, это нормально. Да, быть уверенным там, в завтрашнем дне и так далее. Но эта уверенность, эта стабильность, если вот так пофилософствовать, поразмышлять на эту тему, она не дает вам риска. Да. Если нет риска, значит и нет возможностей, вероятностей сделать сверхприбыль и заработать больше, чем, соответственно, платит работодатель. Ну, если с этой точки зрения посмотреть на трейдинг, то если вы хотите быть уверенными, да, тогда, соответственно, уверенность, она подразумевает отсутствие риска. Вот так вот. То есть вы заходите в сделку и там не ставите стопы, ну, тогда у вас очень высокие риски. Если вы риски рассчитываете грамотно, как это делаю я, и рискуете там 1-2% от торгового счета на сделку, и берете ситуации там 1 к 5, 1 там, к 7, 1 к 10, если позволит рынок, то вот так, и да, что, и понимаете, конечно же, что когда вы заходите в рынок, у вас нет стопроцентного сигнала. То есть этот сигнал может быть с большей либо меньшей там, степенью вероятности. Вот так вот. Поэтому, соответственно, у меня даже при 50% прибыльных, 50% убыточных сделок, то есть 50 на 50, я выхожу в профит именно за счет того, что удерживаю прибыльные сделки и режу убытки. Ну вот, собственно, так. И поэтому данная система, она вот таким образом работает, с учетом того, что я в эту систему еще и вкладываю свое понимание рынка, свой, нашел какой-то свой стиль торговли, и это не означает, что если вы будете этой системой пользоваться, у вас будут такие же результаты. У вас могут быть результаты как лучше, чем у меня, так и хуже, чем у меня. Это нормальная история. Вот. То есть, потому что все зависит конкретно от трейдера, а не от торговой системы. Ну, вот тут я немножко свою философию остановлю и перейду дальше к валютной паре новозеландский доллар. Здесь, на мой взгляд, также мы склонны к движению по тренду на дневном графике и к обновлению максимума, к очередному, да, потому что этот рынок больше склонен к удлинению. У нас параллельный рынок больше на недельном графике. И здесь я бы сказал, что есть импульсная волна вверх, ее здесь хорошо видно. И, возможно, после коррекции, в зону предыдущей коррекции, отсюда появятся новые точки входа. Я бы за этим наблюдал, потому что пятиволновку ее очень хорошо видно здесь. Дальше, канадский доллар. Это тоже удлиняющийся рынок. Обратите внимание на то, что здесь был очень красивый дивергентный бар. Эти бары, вот, они опять же идут против тренда, но тем не менее, он, во-первых, он приседающий, то есть там рос объем при узком диапазоне движения цены. Плюс здесь была так называемая ангуляция, это вот образование угла между линией движения цены и линией баланса, зеленой линией баланса. Это самый простой способ определить, есть ангуляция или нет. Ангуляция от слова angle, угол. И вот здесь, вот, соответственно, у нас есть вот это пространство, то есть empty space, то есть пустое место. Оно как раз нам и указывает на наличие здесь так называемого угла и ангуляции, плюс это все подтверждается дивергенцией на АО 1, 2, 3. То есть я считаю, что здесь завершилась только третья волна, то есть первая дивергенция у нас как раз-таки в третьей волне и появляется. И рынок склонен больше к коррекции примерно куда-то вот сюда, в зону предыдущего коррекционного движения внутри как бы третьей волны. Вот. Но так как здесь не особо читаемые коррекции, они идут вот такими простыми движениями, а потом снова идет движение вниз. Ну, давайте предположим, что это просто волна А. Если вы хотите торговать по тренду, лучше дождаться, пока вся коррекция закончится, и
и дальше идти по тренду. Однако, если вы склонны брать вот такие сигналы против тренда, то есть против трендового движения, ну, берите там половину риска. Не надо заходить туда всем риском, который вы обычно используете при входах с таких баров по тренду. Вот, это нормальный такой, я считаю, абсолютно здравый подход. Ну и золото, по золоту я считаю, что есть вероятность обновления минимумов, достигнутых в ноябре, и это может быть вполне вот так вот, и развитие волны С вниз. Это первый вариант. Поэтому, когда есть два варианта, вот что мне нравится еще в этом подходе, если, допустим, в классическом волновом анализе, там у вас будет 9-12 вариантов разметки, то здесь их сильно меньше, их минимум, максимум, точнее, может быть там 3, например. Да? Вот здесь их всего 2. То есть первый вариант — это то, что у нас это может быть запросто А, Б, С, а второй вариант — это то, что альтернатива — это то, что у нас может быть вот это первое и, собственно, вторая, где вот ABC-паттерн развивается. И тогда у нас уже мы как бы сужаем точки, точнее, зоны поиска точек входа, и здесь у нас складывается понимание того, что на рынке происходит. Но, пользуясь своим личным персональным опытом, могу сказать, что когда вот такой дивергентный бар, он появляется на пересечении линии баланса, это говорит о том, что с очень высокой вероятностью вот этот минимум мы будем обновлять. Вопрос только в том, через что. Через вот такую ABC, когда цена уйдет через линию баланса, и здесь нам даст точку входа, и это будет там первая, вторая, либо ABC в коррекции этого импульса, это не принципиально. Либо мы сразу пойдем вниз и обновим этот минимум. То, что мы обновим этот минимум, ну, это процентов, наверное, 80, что так произойдет. Вот. Потому что когда вот такой бар, он образуется на пересечении аллигатора, я не знаю, насколько был гениальным человеком Билл Вильямс, мы это уже не узнаем, к сожалению, потому что он ушел из жизни в 2019 году. Вот. Но то, что было заложено в эти методы, это открывается, когда вы с ними поработаете на протяжении нескольких лет. Так вот, такие моменты я просто начал замечать, я просто стал на них обращать внимание. Это не значит, что вы также должны делать, по той лишь простой причине, что это моя наработка, это как бы велосипед, который я сам, собственно говоря, изобрел, умею на нем ездить. А если вы хотите, собственно, это подстроить под себя, то, возможно, вам нужно пройти через достаточно большую практику для того, чтобы для вас это стало работать. Потому что нет такого, чтобы торговая система какая-либо, она не работала. Она не работает для вас или работает для вас. Понимаете, только после того, как вы ее осваиваете, начинаете понимать, разбираться, находить закономерности и видеть их на автомате за 10 секунд буквально. Так вот, это вовсе, скажем так, не какое-то там хвастовство, это просто мои наблюдения, моя практика, мой опыт, которым я с вами иногда делюсь вот в таких роликах. Так вот, что мы видим на внутридневной картине? Движение вниз, оно так и есть. Оно выглядит как импульсная волна. Конечно, я бы здесь увидел несколько других подробностей, обращая внимание вот на этот фрактал. И увидел бы вот так, как ABC. Но это большого значения не имеет, потому что бывают и троечные волны А. Поэтому в данном случае на что я бы обратил внимание? На то, что цена постоянно пересекает линии баланса, и это очень походит на сложную волну B, особенно на часовом графике это хорошо видно. Поэтому я выделил два вот этих вот, скажем так, экстремума. Вот здесь и вот здесь. То есть если это вот так, то, возможно, мы обновим вот этот минимум и потом можем пойти вот к этому максимуму и завершить, попытаемся вот эту коррекцию ABC, которая корректирует вот этот импульс нисходящий. Поэтому по золоту я сейчас не вижу точек входа с высоким потенциалом. Это вероятность ухода в диапазон, который мы здесь видим. И я бы не стал здесь попытаться предпринимать каких-то, скажем так, попыток входов куда-то, потому что практически все точки входа, которые вы здесь увидите, они будут с высокой вероятностью, с очень низким потенциалом. Поэтому такие рынки обычно я оставляю, как бы так, смотрю на них со стороны и даю им самоорганизоваться. Потом, когда рынок самоорганизуется в какую-то понятную структуру, я могу его читать, я могу его понимать,
Вот тогда я могу приступить к поиску точек входа и пониманию того, где эти точки входа могут появиться. Так происходит на любом рынке, на фондовом, на валютном, неважно на каком, на товарно-сырьевом, все рынки имеют одинаковую природу, потому что там торгуют люди, и вот эти вот продавцы и покупатели, даже если они закладывают свои системы убеждений в торговых роботов, там неважно во что, в какие-то механические торговые системы, все равно это психология поведения людей, все равно это поведение людей, рынок это естественная природа, и я в это искренне верю. Вот. Это мои убеждения. И как известно, как говорил мой, соответственно, кумир Билл Вильямс, да, он говорил так, что все мы торгуем своими системами убеждений, а не золотом, не евро, там, не нефтью и так далее, а своими системами убеждений. Только так. Вот моя система убеждений в текущий момент показывает мне то, что здесь нет точек входа с высоким потенциалом, поэтому надо ждать. Что касается серебра, аналогичная картина, поэтому я долго здесь серебро рассматривать не буду. Сегодня, видите, я, что называется, меня поперло на психологию, но вот так, на философию даже больше. Здесь тоже сложная коррекция, больше походит на волну B. Дальше, индекс SP 500. Здесь был достаточно мощный бар с нижним закрытием, поэтому ну тут и дивергенции есть. И завершение вот этой импульсной волны прослеживается. Поэтому не исключено, что SP 500 может дать нам какую-то коррекцию, как минимум. Однако мы видим параллельный рынок на недельном графике. Ну, пока тут это все изменится, это несколько недель пройдет. Поэтому да, этот рынок остается склонным к удлинению, но по всей вероятности волна вот эта, она тут завершилась, и рынок склонен к коррекции. Но вот здесь вот есть еще один вопрос, откуда все движение началось? Если вот так, то это третья волна. Если это все-таки было АБЦ, это альтернатива, то тогда мы будем склонны корректироваться даже вот сюда. Поэтому тут так же, как и по фунту, я бы ждал первого импульса вниз, который будет пересекать линии баланса дневного графика. Потом бы уже принимал решение. Я бы не стал заходить на разворот. Но если вы хотите рискнуть, я вам дал способ того, как вы можете это сделать, допустим, зашортить с этого бара, но половиной обычного риска или четвертью. Что касается биткоина, на биткоине у нас коррекция развивается по всей вероятности, и то, что мы видим на 4 часах, это ABC паттерн, возможно, первая, вторая, третья, четвертая и пятой волны тут еще не было. Если мы зацепим вот этот минимум, сформируется дивергенция, достроится импульсная волна, тогда можно будет, наверное, посмотреть точки входа на покупку, ну, при условии, что мы тут их увидим. Ну и нефть марки Brent, очень вероятно, что это тоже коррекция, и очень возможно, что у нас еще будет обновление максимумов. Потому что если взять вот 12-часовой график, здесь получается вот третья волна, четвертая, ну, первая, вторая была. 1, 2, 3, 4. Возможно, это четвертая в пятой. Четвертая волна в пятой волне. И еще мы увидим обновление максимумов. А вот потом будем смотреть, что будет происходить. Обычно я не советую торговать пятой волны, потому что это, во-первых, этих пятых волн может не быть, это вы думаете, что они будут. А во-вторых, это, как правило, точки входа с низким потенциалом. И это слабые сделки, которые вот здесь вот появляются. Вы их пытаетесь торговать практически в завершении импульсной волны старшего порядка. Обычно. Обычно так происходит, потому что мне обычно присылают такие скриншоты, там, где вот люди заходят в эти пятые волны. Я такие точки входа стараюсь не торговать. Ну и я бы посмотрел еще несколько акций, которые вчера я взял. Ну, скажем так, была вот такая бумага LVS Las Vegas Stands Corp. Здесь моя первая точка входа была вот тут, я получил стоп. Вот тут я заходил вчера, появился новый бар, я захожу до 3 попыток. И, соответственно, если меня здесь выбьет, я буду ждать новую точку входа, потому что тут последняя волна, возможно, не закончена. Вот. Я захожу 3 попытками обычно. Эти сделки тоже буду показывать и в своем телеграм-канале, и
соответственно, в Инстаграм, ну и в Ютубе, если получится. И также акции Boeing я вчера не совсем осторожно купил. Ну, тоже решил рискнуть. Был очень красивый бар с верхним закрытием и с очень коротким стопом. Вот это меня, собственно, и подкупило. Но за Боингом наблюдайте с точки зрения вот чего. На дневном графике здесь 1, 2, 3, 4, 5. Скорее всего, это первая волна. Но это также можно было рассматривать как первую в новом импульсе вверх. То есть первую, вторую. Поэтому я, собственно, и стал здесь покупать. Не только потому, что тут был короткий стоп, но еще и был красивый достаточно паттерн. Но если вдруг мы пойдем ниже, ну понятно, что мои риски не ограничены, посчитаны, и никогда не приведут к какому-то, такой риск-менеджмент, точнее, никогда не приведет к какому-то серьезному сливу или большой просадке. Но при этом мы можем сходить еще вот в эту коррекцию, то есть ABC. За этими бумагами тоже можно последить. Но я делюсь теми бумагами, которые, имеется в виду, теми идеями по тем бумагам по фондовому рынку, которые вот буквально на днях увидел, где были сигналы и которые более-менее мне понравились. Поэтому если Boeing просядет, там тоже можно будет искать точки входа на покупку. И по ЛВС такая же примерно ситуация. На этом у меня все. Все ссылки в описании. Записывайтесь на бесплатную консультацию. У меня есть 3 места в неделю на бесплатную консультацию. Ну, если необходимо будет какое-то пробное персональное занятие со мной, об этом мы с вами тоже можем договориться. Но, опять же, только 3 свободных места есть, и то только на следующей неделе. Спасибо за внимание. Жду ваших вопросов в комментариях. С вами был Александр Котин. До новых встреч. Пока.